Слава Украине! Героям слава! Мы стоим на месте, где погибли наши товарищи из вооруженных сил Национальной гвардии. Генерал Кульчицкий здесь, недалеко в поле, вместе с 12 другими нашими бойцами, нашел свою героическую смерть. А он сюда, на гору Карачун, подвозил боеприпасы и воду. Именно тогда, когда эта гора была в окружении вражеских формирований. Здесь происходило много событий. Здесь было много героических людей, моментов, о которых, может быть, уже и не вспомнить сейчас. И пусть не помнят люди об этом. Пусть помнят то хорошее, что было после. Но те, кто это прошел, те, кто здесь был в те времена, этого никогда не забудут. Здесь у нас с нами генерал Бессараб Андрей, трижды командующий АТО. Давайте приветствуем. Командующий Национальной гвардии Николай Балан. Это люди, которые в том далеком 14-м не словом, а делом боролись за страну. Вы знаете, мы подъезжали сюда, я вспомнил еще один эпизод. Мы отмечали годовщину, и здесь я вручал именной наградной пистолет Амине Акуевой, которая затем погибла от рук наемного убийцы, подосланного русскими спецслужбами. Здесь нес службу Виталий Маркев, освобождение которого добиваются наши власти, наши адвокаты, лично президент Зеленский, который находится по ложному обвинению русских спецслужб в Италии. Наверняка здесь есть много людей, которые здесь несли непосредственную службу. И я каждому из них хочу сказать спасибо. Сказать, вы великие молодцы, вы великие люди. Слава вам и слава Украине! Была сбита, раз не ударили, либо не ударила, она упала в эту сторону. Не валялась здесь дочерней стороны. Мы туда не можем пойти? Мы сейчас побудем, это пойдет. Вышка вот так вот падала. Часть отвалилась сюда, часть туда. И опорами разрушила это здание. Здесь была такая угловая землянка. Да. Вот там стоял бронепоезд, сваренные штуканные вагоны. И, значит, с бронепоезда там стреляли. Не под камеру раз в три дня, но о нем не доказывали. Бронепоезд, ну что же, они его сбили с рельса. Он стоял, они его приваривали к рельсам. У них дырки такие были, когда освободили. Вот там.